С 29 октября будут осуществляться рейсы из столиц Армении Еревана и кыргызстанского города Ош. Полеты по маршруту Анапа-Ереван-Анапа будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Вылет из Анапы в 14:40, обратно из Еревана самолет вылетает в 18:00. В Ош вылеты будут выполняться по понедельникам в 22:40. Обратно в Анапу самолет вылетает во вторник в 7:10. Полеты по этим направлениям будут выполняться на воздушных судах «Аэробус» авиакомпании «Уральские» авиалинии.